Здравствуйте. Ира Петровна, мы поздравляем вас с таким знаменательным праздником, юбилеем. Вот, желаем вам здоровья, успеха. Мы гордимся, что рядом с нами и работает такой человек. Инна Тарасенко уже более полувека стоит на страже здоровья своих пациентов. С юбилеем кардиолога поздравили коллеги, которые за время работы стали для нее второй семьей. Для многих из них она была первым руководителем интернатуры. С Инной Петровной я познакомился в 1992 году, 1 августа, когда пришел на интернатуру, первую городскую больницу. С тех пор мы работаем вместе. Это человек, который не изменил своей профессии, не изменил своему коллективу. В Севастополь Инна Петровна приехала в 1966 году. 2 года работала в поликлинике, а после начался долгий карьерный путь в первой городской больнице. Она развивала кардиологическую службу. Небольшой стационар ее силами превратился в сосудистый центр. Теперь здесь есть реанимационное отделение кардиологического профиля и все необходимое оборудование. В отделении кардиологии Инна Петровна работает уже более 50 лет. С помощью этих на вид простых инструментов она спасала не один десяток пациентов. Результат работы один – жизни людей. В 1984-м Инну Петровну назначили главным кардиологом города. Долгое время она была заведующей кардиологией, получила звание заслуженного врача Украины. Каждый день Инна Тарасенко идет к своим пациентам, послушать сердечный ритм, посчитать пульс, узнать о самочувствии. Все нам объясняет, как что, где что болит, и как болит, и как должно пройти. Вот это она нам все объясняет. Очень хороший доктор. Побольше бы таких, тогда бы вообще людям, мне кажется, меньше бы болели. В свой юбилей врач встречает всех гостей с улыбкой. Дата серьезная, но я хочу сказать, что она меня не пугает. Вот. Я всегда по жизни работала с большим чувством ответственности и долга. И поэтому получала огромное удовольствие от работы, принося здоровье, улучшение состояния больным и получая от этого большое удовлетворение. Главное в профессии врача – работать с полной отдачей, считает Инна Петровна. Династия врачей в ее семье продолжается. Сын – заведующий кардиологическим отделением, главный кардиолог города. По стопам родителей и бабушки идет и внук. Сейчас он учится в медицинском университете. Алина Пчелинцева, Андрей Вовк, Севинформбюро.